я давно занимаюсь пением, но как-то не получалось возможности официально как бы засвидетельствовать свое выступление, поделиться своим творчеством с народом. Песни у людей разные, а моя одна на века. Ну, в целом-то песня была отличная. Я там, как я пел, я не знаю, кто так может петь. Звездочка моя ясная. Это же как там ноты все это было так, это так подхвачено, это как, так никто не поет, по-моему. Как ты от меня далека. Я думаю, спел хорошо. Я просто один раз ноту неправильно взял. Я как-то, это самое, немножко, видать, вверх так пошел. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Я, как говорится, считаю себя музыкантом высокого уровня. Даже проплывать по небу, а не то, что жизнь на земле. Спасибо! Это был Валерий Ершов. Город Шымкент. Без комментариев. Как? Совсем? Без комментариев. Султан, у вас тоже нет комментариев? Не может такого быть. Когда-нибудь кто-нибудь должен же был сказать, как вы вообще поете? Я пою дома и нигде никому это, как говорится, не посвящал официально. Валерий, дома пел сам для себя? А тут вся страна, Казахстан. Я совершенствовал свой уровень, и, в общем-то, я уже вот несколько... Где совершенствовал? Дома. Я вот уже достаточно... Ну, дома, чтобы стать это, как говорится... Голосуем, мать вашу! Я говорю, нет. А, нет? Я говорю, нет. Я говорю, нет. Как я пою, я, в смысле, сам себе даю оценку. Надеюсь занять, как говорится, вершину эстрады мира.